Конкурс «Воспитатель года Подмосковья-2020» проходит в Московской области. Участие в нем принимает более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. В их числе двое воспитателей из Одинцовского городского округа – Алевтина Ведерникова и Анна Юрова. Им придется показать не только профессиональное мастерство, находчивость, творческий подход и настойчивость в достижении цели, также будут учитываться жюри. Подведение итогов состоится после 24 сентября.